Полицейские разыскивают двух молодых похитителей и водителям советуют планировать свои маршруты. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Нижнекамские полицейские ищут двух любителей бесплатной обуви. Два дня назад нижнекамцы совершили хищение из магазина «Спортмастер». То, как они крали обувь стоимостью почти в 10 тысяч рублей, сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как парни сначала срезают магнитную бирку, а потом один из преступников спокойно складывает кроссовки в рюкзак своему подельнику, после чего последний покидает магазин. Кстати, на этом криминальный променад преступного дуэта не закончился. Из магазина компьютерной техники они уже украли игровую приставку. Просьба ко всем, кто обладает информацией о личности этих людей, сообщить по телефонам, которые указаны на экране, анонимность гарантируется. Нижнекамские коммунальщики готовятся к масштабному вывозу снега из города. В связи с проведением этих работ сегодня с 8 часов вечера и до 5 часов утра будет ограничено движение транспортных средств на пересечении улиц Южная и Вокзальная до Афанасьевской церкви. ГИБДД Нижнекамска обращается к автовладельцам заранее планировать свои маршруты. Необычная выставка. В 28-м детском саду провели конкурс на самую красивую елочку из подручного материала. Выставка прошла по международной программе «Экошкола. Зеленый флаг», в которой состоят 19 садиков нашего города. Воспитатели, родители, сами дети приняли активное участие, поэтому пришлось сделать отборочные туры. Стоит отметить, что тот факт, что победителей выбирали по трем номинациям – коллективная, семейная и индивидуальная работа. Но, судя по выставке, можно сделать вывод, что у каждой семьи отличная фантазия. Нижнекамцы решили сделать елочку из кофейных зерен или пластиковых бутылок, даже из шишек, макарон и яичных лотков. Гимнастки спортклуба «Нефтехимик» выступили на открытом турнире по художественной гимнастике «Performance Cup 2016». Соревнования прошли в Москве. Турнир собрал более 300 гимнасток и гостей из разных регионов. Почетным гостем соревнований стала олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка Европы Маргарита Мамун. Участницы состязались в индивидуальной программе и конкурсе показательных номеров. В индивидуальных упражнениях Карина Кузнецова получила высокую оценку судей и заняла второе место. Специальными призами были отмечены Настя Макарова и Алина Сафина. Помимо основных гимнастических программ, спортсменки представили членам жюри свои показательные номера, за что наших гимнасток также наградили призами. Минус 14 градусов. Именно такую погоду обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Возможен снегопад. А через пару часов мы вновь расскажем вам о последних событиях, которые произошли в городе и районе. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntr-24.ru. До встречи.